Окей, спасибо. Если на сцене веселый галстук, значит, это я. Все помнят. Значит, на самом деле веселого будет очень мало. Мы сделали большие выводы, проанализировав 7-летнюю историю развития отрасли, и пришли к неутешительным результатам. Не все так хорошо, особенно когда приезжают иностранные инвесторы и говорят, все классно, деньги ложить некуда. То же самое говорит наш зарождающийся класс локальных инвесторов. Поэтому мы решили провести очень грустную секцию, на которой мы расскажем, что на самом деле не все так хорошо и не все так замечательно, как мы рассказывали в прошлые года. Коль, можешь включаться. Вот поэтому у нас сессия будет больше депрессивная. Да? Я надеюсь, что это нас стимульнет в следующем году делать проекты получше. Я сейчас очень коротко расскажу, кто у нас будет, заодно сделаем перекличку спикеров. Открывает секцию наш, наверное, уже традиционный гость, которых будет всего два в нашей панели традиционных гостя, всех остальные это у нас новая кровь. Коля Митюшин, который расскажет о новом способе поиска бизнес-модели для стартапа. После Коли выступит Слава Баранский. Есть Слава Баранский в зале? Есть! Ура! Который расскажет, как уберечь стартап от корпоративных инфекций. После этого выступит Максим Школьник. Где он? Где? Окей, найдем. Доклад его «Демагогия или зачем предпринимателю мозг?». После Макса выступит Кирилл Быстряков, который расскажет о силе ощущения. Это его дебют на таком масштабном мероприятии. Это человек, который делает очень хорошие проекты. Я думаю, что всем будет интересно. После него выступит Николай Савин, который сделает интересный доклад на тему «Я твой дом, труба шатал» или пара слов о трудностях общения, о тех ошибках, которые делают наши предприниматели при подготовке executive summary и бизнес-плана. Базгоцка, только что, вон сидит, расскажет, сделает доклад со своими ноу-хау, который будет называться «Не сливайте маркетинговые деньги в никуда». Алена Владимирская, ее, наверное, в зале нету. Сделает доклад «Как не лохануться с командой проекта». Ольга Штайдл, Оля, сделает доклад на тему истории о том, почему ваши стартапы не получают инвестиций. Привнесет европейский опыт, она вчера прилетела из Цюриха, живет она в Швейцарии. Рената Ахунова сделает доклад на тему «Выживут только смартапы» и анонсирует одну инициативу, которую мы совместно с ней будем делать в Силиконовой долине. После этого мы подведем финал рейтинга стартапов, где озвученные топ-10 в каждой из номинациях, расскажем, кто занял какое место. Спикеров попрошу быть внимательными. Первое, мы и так идем уже с задержкой, поэтому не затягивать. Если есть возможность закончить раньше, мы закончим раньше. Сейчас я передаю Коле микрофон. Он расскажет первый раз на такую аудиторию новую методологию построения бизнес-модели, которую он совсем недавно обкатал в Силиконовой долине, и она заслужила даже уважение в среде профессоров Стэнфордской бизнес-школы.